Земля. Наша родная планета – единственное известное место во Вселенной, где существует жизнь. Но попадали ли к нам живые организмы внеземного происхождения? Могли ли пришельцы похищать представителей человеческой расы? Возможно, это покажется научной фантастикой, но не исключено, что планета Земля уже испытала вторжение пришельцев. Скептики подвергают сомнению подобные явления, утверждая, что встречи с пришельцами – плод нашего воображения, инспирированные научно-фантастическими фильмами и поп-культурой. Вторжение пришельцев. Ученые признают, что настоящие инопланетяне обладают способностью путешествовать на большие расстояния через космическое пространство на пути к Земле. Вселенная около 14 миллиардов лет, и протяженность ее феноменальных размеров. Она насчитывает миллиарды и миллиарды звезд. Звезд больше, чем песчинок на всех пляжах Земли. Космические расстояния столь обширны, что измеряются они световыми годами, а не километрами. Один световой год равен расстоянию в 10 триллионов километров. Это расстояние преодолевается за один год световым лучом, легко перемещающимся со скоростью свыше 300 тысяч километров в секунду. Свет Солнца достигает Землю за 8 минут и достигает ближайшей известной планеты за пределами Солнечной системы за 10,5 лет. Любому инопланетянину, решившемуся посетить нас со своей планеты, предстоит
турне в 200 триллионов километров. Более тысячи лет феномен посещений происходит в различных проявлениях. В средневековье люди рассказывали истории об ангелах и демонах, а 100 лет назад появились свидетельства о духах и призраках. Инопланетяне — наши ангелы, а также наши демоны, то есть наше олицетворение аномальных явлений. Мы называем их инопланетянами, мы так думаем. Мы живем в век космоса и в век фантастики. Мы и все виды нашей планеты могут быть прямыми потомками внеземных форм жизни. Причудливый поворот. А может, мы сами инопланетяне?